А теперь к новостям спорта. 4 медали разного достоинства завоевали боксеры детско-юношеского центра «Лидер». В очередной раз они поехали соревноваться со спортсменами Северо-Запада на республиканский турнир в Усинск. Участники ежегодного события – спортсмены из Санкт-Петербурга, Республики Коми, Ямало-Ненецкого округа и нашего региона. 6 боксеров разной возрастной категории вошли в сотню сильнейших представителей бокса Северо-Запада. Самый короткий бой на республиканском турнире по боксу был у Александра Филиппова. Со спортсменом из Санкт-Петербурга он мерился силой всего 15 секунд. Он боялся как бы там. И, ну, я его поджал в угол, начал бить, и секундант отказался от боя. Ну, потому что я знал, что я сильнее буду. А вот в финальной схватке Александр встретился на ринге с Ильей Мененковым, также воспитанником «Лидера». В итоге две медали отправились в наш регион. Александр стал победителем, Илья – серебряным призером. Кроме этого, медали высшей пробы на турнире завоевали Даниил Дронов и Андрей Кожевин. Выезд наших спортсменов финансировался в рамках социально-экономического сотрудничества между администрацией региона и компанией «Башнефть Полюс». Кстати, выступления на состязаниях в Усинске стали для наших боксеров заключительными в этом году. Это вот ступень подготовки к первенству Северо-Западного федерального округа, который пройдет в первом квартале, да, в феврале месяце, по юношам. И здесь мы можем говорить и надеяться о том, что наши ребята в тяжелых весовых категориях, свыше 80 килограмм, могут претендовать на первые места. Впереди окружных боксеров ждут учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в конце января. Они помогут подготовиться к предстоящему первенству Северо-Запада. Алена Валей, Вадим Носкин, телеканал «Север».